Настоящая природа космоса не физическая. Мозг – это нано-копия Вселенной. Человек – это фантазия звезды, которая рождается вновь и вновь. Смерть – лишь иллюзия. События происходят в пересекающихся друг с другом реальностях, в которых время течет по-разному. Одна из них – реальность звезд, где человек осознает себя после смерти. Время – это вселенский допамин. С его помощью строится настоящая Вселенная. Две древние цивилизации тысячелетиями ведут борьбу за этот ресурс. Главные герои, мужчина и женщина, воплощаются в разных эпохах одновременно. Любовь, пронизывающая тысячелетия, помогает им находить друг друга, чтобы освободить себя и Вселенную от иллюзии смерти. Героям предстоит увидеть себя намного больше, чем человек, и понять свое место в вечности. Жизнь совсем не то, что им кажется. –